Нет, он мне заколебал. Ребята из дядек, можете манишки одеть, пожалуйста? Вить, 25 минут грязь. Блин, я на жене на тебе хочет. Слава, братан, на тебе нажиться хочет. 13 часов. Игорь, ты не смотрел нарезку самых лучших голов за 2 месяца? Там на Ютубе, на канале, зацени. Интересно твое мнение. Ну, типа за 6 туров самое большое количество самых красивых я отобрал. Ну, получилось топ-10, типа. Все пока голосуют за 4-й. Там прикольный гол. Привет. Как дела? А? Какие команды? А чего не соберется?
пятерочка будет. Ну, это самое главное. Сегодня вы будете играть с новой командой. А что там за команда? Альянс, хорошая команда. Я думаю... Тут вопрос, смотри, в чем. Те, кто с марокканцами типа, не играли, мы же по 3 очка влупили, насколько я знаю. Нет, ничего никто не влупил. Просто если с марокканцами сыграли, то то количество очков, то что было. Вот, два технических поражения я по 3 добавил. Сейчас уже как бы полностью Альянс просто заменился. Ну, то есть им повезло, конечно, частично, но на самом деле в таблице сейчас все честно. Ну, вот если объективно рассмотреть. Это самое важное. То есть я на это акцент делал. Почему? Потому что многие команды, например, там, которые ну, почти могут играть в вышки, да, они думают, что как бы ну там хорошо. На самом деле там будет неинтересно, потому что там будет, ну, нет, ну, неравность. Иногда приятно выигрывать, это правда. То есть, а как раз это будет в той лиге. Вот у меня есть там в той лиге тоже команда, вот, которая хорошо играет, реально хорошо играет. Но ни разу не выигрывали. Я скажу, что я думаю, они первое место займут тут, как бы, во второй, ну, то есть, которая сформируется. Не, Гулливер. Гулливер хорошо играет. То есть Вишня, я думаю, вообще первое займет. Гулливер второе, а вы будете с ними бороться. Хотя, если усилитесь. Андрей, скорее, скорее. Мы тебя ждем. Вот без свистка это... Дашь свисток? Нет? Не надо. Мы вместе не играли. Вот это проблема. А нет, право, право! Тут-то коллективы уже такие свои. Ну, вот те ребята, что были в прошлый раз, очень усилили вас. Мне понравилось. Они, конечно, играют поинтереснее. С ними уже можно бороться. Грамотно в защите, то есть, и так далее. Вот, берите, боритесь за первые места. Потом отпразднуем. Альянс, они из одного турнира, у них был опыт игры на турнире. Вот. Нормально. Может быть неплохие. Ну, посмотрим. Я честно, если бы я видел, я бы сказал бы от своего имени. Так я не видел. Вроде как неплохие. Ну, марокканцы звонили мне, их трое осталось. Как бы просят кому-то присоединиться. Я их, может быть, подключу к какой-то команде. Может, даже Каластика в перспективе. Отзаявлю тех, кто не приходит. Так давай мы можем себе кого-то. Ну, они хотят играть с такими, которые, знаешь, типа... Ну, блин, надо было на них играть. Они просто дружат с шаповаленками, ну, в Эластик. И они, типа, их знают. Хотят именно с такими, которых кого хотя бы чуть-чуть знают. То есть для них это не принципиально, чтобы были не украинцы. Ну, в смысле, они же не... антирасисты или расисты. Но с другой стороны, хотят типа хотя бы, чтобы знать кого-то, потому что просто за чужих не играет. Вот я с ним вчера разговаривал, а один же с грыжей, поэтому я не даю его. А? Да там один с грыжей, никак не могу его починить. Это нормальный целый, который. Пацаны, возьмите этот мяч, тот с грыжей. А ты что не сделал мне? Нет, папа, я не сделал мяч. Еще не успел. Мужики, возьмите. Витя, поменяй мяч. Мы сезон докатаем, а там посмотрим, будем на следующую заиграть. Разобрали. А что, ребята не хотят? Да мы с ним собраться не можем. Ну смысл мучать одно место, если не менять. Все ищут причины. Бля, хорошо, хорошо. Не, ну что, у вас всегда неплохие сборы. Тут есть такое, что ну, бывает и похуже. Посмотрим. Так всегда у любительских команд, свою которые... команду соберем. Я вам, если что, помогу. Нам воротник нужен. Я, если что, помогу. Окей. Не, главное, чтобы до конца со мной доехали. До конечной остановки. В этом турнире? Да. Да, вопросов нет. Тут это тема по гарантии. А там чем смогу, то я... У меня есть много связей. Ну, то есть есть люди, которые просто не против бы поиграть, поэтому... Не скажу, что они там царят, но... Почему? Да нам главное, чтобы они ходили, знаете, чтобы по мячу попадали. Это уже дело наживное. Посмотри у нас вначале вообще даже некоторые мяч остановить не могли.
Да не, неплохо уже, да, я согласен. Прогресс уже есть, поэтому надо играть. Так, говорил я лезть, пойдем. Здорово. Сзади, сзади. Это на спаске погулять. Да хорошо! После крестин так все. Право, право, лезь туда. Ой, Игорь, сам! Все, вернулись! Виталик, вернулся! Один, один! Блин, куда? Там, Дима, там! Что там делать? Закончу. Закончу.
Мам, иди спроси у Андрея, долго ему еще переодеваться? Или папу попроси. Пятнадцать минут. Серединку кто? Ну, если точно, то 18. Я же минуту там снимаю. Вот у Вити точное время. Витя! По времени. Спасибо тебе, ты меня выручил. Слушай, может тебе судьей быть? Говорит, этот, оборотник у них поменялся. Я слышу. Ну, обычно, знаешь, здоровый, ну да, да, да. Ну а о чем говорить, если опыта не было? А я понял. Игорь, там, там! Витя, слышишь, знаешь, что у меня за предложение есть? Знаешь, что у меня за предложение есть? Ну, так как марокканцы вылетели, трое из Марокко хотят за кого-то играть. Я думаю, может их к вам заявить. Ребята очень... Же нет как раз. Да, ребята очень хорошие, тем более, что я думаю, что вы, Женя и они троем, ну, просто возьмете первое место. Ну да, можно. Реально можно побороться. Главное, чтобы, ну, нога не барахлила. Как ты себя чувствуешь? Совещание не по нам. Слава Богу. Купить что? Для котик? Нет, я сам куплю. Попозже. Не, ну круто, круто. Я классный фото сделал с предыдущего. Сегодня будет полностью новая команда играть. Постарайся ее пофотографировать, хорошо? Скажешь мне, да, 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 конечно. Они будут хорошо играть, увидишь. Ну, у них есть опыт на турнирах. Я там сделал нарезку лучших голов.
Вот, посмотри на досуге. То, что насобиралось за 6 туров. Мне очень понравилось. На самом деле, такие красивые ребята голы позабивали. Заглядение. Не, это сильная команда просто против команды, которая... Нет, Интерна это другая лига, мам. Это СЛК против дядек играет. Даже пятером они комфортно себя чувствуют. Не уставая, знаешь, налегке. Это предпоследний тур перед следующим кругом, и когда будет формироваться высшая лига и первая. Рано вы. Что? Рано. Я просто у нас дома. Все голосуют за те голы, в которых либо они, их не команда участвовала, либо против в этот матч они играли. Никто за тот гол, который именно просто случайно увидел видео, никто не проголосовал, прикинь. Ну, может... Тоже интересно, Дэвид Сандранко 22 перегляда, а проголосовал по 30. Ну это глюк какой-то. На самом деле там 82 просмотра. Это просто не из группы. Да, это напрямую с Ютуба. Я же ссылку скинул с Ютуба. Там было утром 82 просмотра. Притом я не накручивал там. Надо будет друзьям еще посбрасывать. А тебе реально вот какой гол больше всего понравился? У вас один из самых красивых голов, это правда? Ну да, ну это типа такие. В принципе. Мне второй и четвертый. Второй за нереально, ну, Джамакачан Эдуарда, за нереально сложные. Ну, как бы он перекинул сложно. Почему? Потому что Марокко, вы знаете, сильная команда. Во-вторых, его толкали. Ну, это, там есть волнотехника, дальний удар. Да, да, да. То есть, и в-третьих, получается, он, ему мяч под спиной проходил, убегал от него, и он умудрился все равно красиво это все сделать. Класс. А четвертый самый необычный, потому что такие никто почти не забивал. Ну, я не видел, вот, сколько... Не поделал. Да, такое фантазия. Так у него не первый такой, ну фиг, это забивает такие необычные голы в стиле типа Ибрагимовича. У вас, смотрите, у вас играете с Альянсом, с новой командой... Нет, вы играете с Эластик. Да, а сейчас Альянс будет играть, новая команда, да, и ты сможешь посмотреть? Ну, сейчас до двух. А с трех до четырех будет, ну, тишина, потому что, получается, команда трое, ну, хотела играть с ЛП Тимом, а ЛП Тимовцы не смогли собраться, у них там, короче, была свадьба, я думаю, что у них, скорее всего, там, ну, после свадьбы, вот это, ну, это даже, нет, она была-то неделю назад, две недели назад, но думаю, что после путешествий всего этого накопилась куча работы, и, скорее всего, там, ну, сам организатор не может быть, и помимо организатора там тройка только собирается, ну, то есть смысл ради троих. Я хотел договориться насчет переноса, не получилось, будем делать техническое. Ну, что делать? Такое, да, так что у них техническое. Да, то есть трое плюс три, ЛП Тим минус, да. Привет. Да, это я. Это я. А есть какой-то мячик по размеру? Да, там есть один мячик, он там за бровкой. Правда, он с грыжей такой небольшой, его надо все восстановить. Можно так обойти, да? Ну да, я не против. Блин.